приходом весны вместе со снегом сошел и асфальт. Пока идут конкурсные процедуры для выполнения капитального ремонта дорог, в городах и поселениях латают ямы. Качество дорог после зимы оставляет желать лучшего. Ямы растут, как на дрожжах, доставляя массу проблем водителям. Учитывая, что температура на улице наконец пошла вверх, дорожники приступили к ямочному ремонту. В городе Дрезна латают все центральные улицы. Все 8 центральных дорог, которые передали, это начиная улица Революции, Зимина, Центральная, Центральный проезд, Коммунистическая, на которой мы находимся, Юбилейная, Южная и Советская. Все уже префрезеровали, они за 2 дня сделали, и сегодня первый день приступили к укладке асфальта. Но это первая ласточка. Впоследствии, сегодня в этом году, 3 дороги вот из этих центральных, начиная улица Советская, улица Коммунистическая и улица Юбилейная, в плане капремонта. К сожалению, погоду за окном нельзя назвать оптимальной для дорожных работ. Тем не менее, переносить сроки ремонта не будут. Езда по ямам серьезно бьет по карману автовладельцев. Ну, есть маленькие нюансы, без этого не обойтись. И мне в Инстаграм где-то пишут, вот там в лужу положили. Ну, когда огромный процесс идет, да, и где-то в одну лужу положили, ну, можно и глаза закрыть. В свое время будем делать, восстановим, никуда не денемся. А примерно по принципу ждать 2 месяца, когда вообще тепло будет или еще что-то, ездить по этим ямам, это лучше? Если в кармане позволяло, ну, хоть каждый год бы делать можно капитальный ремонт. Ну, не в состоянии. Сами знаете, в России живем, все-таки дороги, огромное количество, да, дорог на территории России. Если возможность позволяла, все бы каждый год укладывали, например, асфальт. Несмотря на то, что часть водителей скептически относится к заплаткам на дороге, большинство признают, ямочный ремонт пошел городу на пользу. Конечно, нужен. После зимы столько ям скрылось, что невозможно было ездить. Подвеска вся разбита на машинах, постоянно катаемся. А сейчас ямочный ремонт прошел, еще более-менее хоть стало. Не так уже это. А то тащится на первую передачу, вся машина разбита становится. Так что, конечно, нужен этот ремонт. Сейчас центральные дороги ремонтируют не только в Дрезне, но и в других городских и сельских поселениях. Чуть позже начнется восстановление внутриквартальных дорог. Когда же весна окончательно вступит в права, дорожники займутся капитальным ремонтом. Ознакомиться с планом работ можно на сайте районной администрации.